Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск видеоверсии сайта Tarantas News, и в этом выпуске расскажу вам о суперкаре от McLaren. Компания McLaren рассказала о новом суперкаре GT Verdant Theme. Подразделение McLaren Special Operations представило суперкар GT, эксклюзивно окрашенный в три градации цвета и с особой отделкой салона. Благодаря особой процедуре окраски кузова тремя оттенками зеленого цвет изменяется в зависимости от угла зрения и освещения. Для того, чтобы добиться эффекта цвета хамелеон, понадобилось около 430 часов на окраску кузова. Снизу нанесена контрастная линия, а тормозные суппорта окрашены в салатовый цвет. Для придания авто агрессивного вида колесные диски, патрубки выхлопных труб и окантовку окон окрасили в черный цвет. Интерьер суперкара отделан натуральным кашемиром, темно-зеленой и антрацитовой кожей. На подголовниках нанесены логотипы MSO, а накладки панелей и педали оформлены особым способом. Суперкар приводится в движение 4-литровым двигателем V8 мощностью 620 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией и задним приводом. С места до первой сотни GT Verdant Theme разгоняется за 3,2 секунды, а отметки 200 км в час он достигает за 9 секунд. Схожую модификацию можно заказать для любой модели британского автопроизводителя. Однако стоимость доработок будет невероятно высокой. На данный момент это все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Увидимся!